Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится планшет Samsung Galaxy Tab S9 Plus. И сейчас я вам покажу, как выйти из режима Recovery на этом планшете. Итак, для того, чтобы передвигаться в режиме Recovery, используем кнопки уменьшения и увеличения громкости. Для того, чтобы подтвердить выбор, используем кнопку блокировки. Для того, чтобы выйти из режима Recovery, нужно выбрать Reboot System Now. Подтверждаем кнопкой блокировки и ждем, пока планшет перезагрузится. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пока!